всем привет! Очередное видео, канал достиг 8000 подписчиков. Это ни много ни мало, но это приятная цифра, кругленькая. Соответственно, можно подвести небольшой такой итог. Те, кто следит за каналом, все знают, не надо и рассказывать, что это за канал, и о чем мы там общаемся, и о чем мы снимаем, и что мы там выкладываем. А можно просто сказать, что в среднем каждый месяц подписываются на канал примерно, там, условно говоря, 120 человек. Из них бывает отписываются, то есть из общей массы, вы же понимаете, идет процесс и подписки, и отписки. Кому-то канал начинает быть скучным, кто-то ожидал большего, отказывается, но не важно. Важно в том, суть в том, что в среднем по месяцам получается, что 100 человек в месяц новых подписчиков. Где-то добавляется, где-то убывает, другой месяц еще больше, третий месяц еще меньше, но в среднем 100 человек, поэтому... Прирост хороший, прирост приятный, я ничего для этого особо не делаю. И самое главное, вот реально, если человек подписывается на канал, он должен поставить галочку, колокольчик, и получать извещение. Это и мне приятно, и вам полезно, потому что если вы ставите эту галочку, я там уже в конце видео еще раз повторюсь, то как только появляется новое видео, вам приходит об этом на e-mail оповещение. Это очень важно. Ну и также проявляйте инициативу, ставьте лайки, дизлайки, пишите комментарии, потому что от этого тоже зависит продвижение канала, мое участие на нем, потому что мне интересно, когда есть комментарии. Вот, собственно, такой обзор. Всем удачи, всем пока, смотрим видео, всем нам хороших выходных. А сегодня пятница. Сейчас я иду вручать приз самому лучшему подписчику этого сезона. 8000-й подписчик Ирина Дзена сегодня стала 8000-й подписчицей. Она получает сладкий приз, бутылочку шампанского. И выходные проведет с любимой семьей под шампанское. Как это? Ну, пока еще не пришла, работать, ничего себе! Будет наказано. Предупреждала. Да, тогда я ее отдам. Не буду ждать. Я обещал ей. Обещаем. Чтобы было сладко. Пока. Расстроили. На работу надо приходить вовремя. Ну, конечно, сам виноват, не предупредил. Но, с другой стороны, сюрприз есть сюрприз. Главное, что мы выполнили свое обещание. И вам сладко. Итак, как мы уже все знаем, 8001 подписчица не явилась на работу вовремя. Как оказалось, у нее случилось ЧП. Домашнее ЧП маленькое, пришлось задержаться на работе. Ой, дома. И вы знаете, я верю в то, что это не случайно. Потому что все, что происходит, должно происходить. А раз это не произошло, значит, этому не суждено было сбыться. Поэтому еще раз поздравляю 8001 подписчицу. Пусть ей будет сладко. Ну, а насчет 8000 подписчицы, значит,
Еще раз повторюсь, это Ирина. Ирина в основном пользуется только телефоном при общении с интернетом в интернете. Очень там подвязана на всякие мессенджеры, вайберы, ну, различные сетевые приложения, потому что сейчас она ничем в этом плане не отличается от всех нас. А вот история самой подписки очень интересная. То есть это история обычной такой девушки, которая... То есть психология обычной девушки. Вот сидела она, на Фейсбуке она все смотрит, что складывается в ленту. То есть таким является очень последовательным и частым пользователем ленты Фейсбука. И вот она увидела, что я, наверное, выложил пост насчет того, что скоро 8000 подписчик. Она просто делает клик мышкой, заходит, видит, что там 7999. И нажимает подписаться. И смотрит, как цифра на ее глазах становится 8000. То есть, представляете, 8000 подписчик, он не этот, не фанат, он не подписчик по желанию. Она просто, как это, скидку получила в магазине. Ну, в общем, очень здорово, очень приятно, что даже такие истории возникают, казалось бы, на пустом месте. А, кстати... Она даже была на сайте Сиракес ЛВ, поэтому даже Ирина была на сайте Сиракес ЛВ, хотя она совсем не фанатеет от этого дела. Поэтому заходите, если что. Еще раз напомню, на Ютубе, если вы подписываетесь, там есть колокольчик. Колокольчик этот надо обязательно нажать. То есть теряется смысл подписки. Подписка — это что такое? Это когда человек хочет, чтобы то, на что он подписался, каким-то образом... ему приходило первому, да, то есть информация на канале должна приходить этому человеку одному из первых. Так вот, чтобы этого добиться, надо обязательно, чтобы при подписке, там есть такой колокольчик, надо этот колокольчик нажать. Только тогда вы будете получать на свой email оповещение о том, что я выложил новое видео или еще что-то. То есть, понимаете, это не просто подписка ради подписки. Кстати, по статистике, подписка ради подписки — это... Ну, практически 80 с лишним процентов, только от 10 до 30 процентов людей, которые используют этот вот именно колокольчик. В чем ценность о подписчице 8000? Самая главная и большая ценность. Самая большая ценность в том, что Ирина, девушка, ну или женщина. Что это значит? А это значит, что... пользователи Ютуба в ее возрастной категории женщин по сравнению с мужчинами где-то наполовину меньше. Представляете, наполовину. А 8000 подписчица женщина, это говорит только о том, что это редкий подписчик, очень редкий подписчик. Поэтому еще раз радуюсь за то, что 8000 оказалась женщина, потому что это круто. Спасибо всем, кто смотрит канал. Я думаю, благодаря только тому, что вы смотрите, канал продвигается. Потому что, сами понимаете, 8 тысяч — это ничто. Это не, даже не 80 тысяч. Но я делаю это дело просто так, потому что мне это интересно. И надеюсь, кому-то из вас тоже. Ну, вот так приходится выяснять. Смотрите, я ее увидел, узнал, но на всякий случай пишу. Пришла, пришли, она сейчас что-то ответит. Смотрите, как интересно. Вот человек стоит, я вижу. Хорошо. Ну вот, идем. Ха-ха. Вот она стоит там. Хорошо. Фон уже стоит. Лена, привет. Вижу, стоишь. Хорошо, спасибо. Всё. Большое. Ладно, чая.